Анзор Амберкович, с каким настроением встречаете Новый год? Великолепным, во-первых, потому что нам буквально недавно, 15 декабря, РФС вручила долгожданные бронзовые медали чемпионата мира 66 года в Англии за то, что мы достигли большого успеха, стали четвертыми в мире. И это для меня очень большой праздник к Новому году. И я от души хочу передать новогодние поздравления моему любимому «Спартаку», великолепных наших футболистов и руководителей, моих дорогих болельщиков и тех болельщиков, которые сегодня болеют за наш любимый «Спартак». Я хочу обратиться особенно к болельщикам, потому что ваши отцы, ваши деды, ваши родственники взрослые, они болели за нас всегда и по наследству вам передали вот эту любовь к «Спартаку». Поэтому любите «Спартак», помогайте «Спартаку», потому что мы, ветераны футбола, всегда любили и по сей день будем любить и продолжать любить этот великолепный клуб. Успехов вам, дорогие, в новом сезоне. И я очень хотел бы, чтобы наши ребята спартаковские знали о том, что, друзья, вы нам доставляете радость, когда вы выигрываете, и когда проигрываете, мы плачем. Мы всегда переживаем. Поэтому не давайте нам, пожилым людям, футболистам, профессионалам, чтобы мы переживали. Дайте нам возможность жить гордо поднятой головой и всегда говорить, что «Спартак» – это великий клуб мира.